Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Чем тут так воняет? Грюм, это ты что ли? Нет, чистый. Откуда этот запах? А, это взрослые лайки настоялись, вот. Все в порядке. Запахов интересных мы с вами сегодня очень много изучим, ребят. Я даже на такой случай воздержусь и не буду вам показывать свои носочки, поэтому за меня это сделает Baby Grammy с вкусным пряничным человечком, чтобы хоть что-то сегодня сладкое, доброе у нас сегодня было в выпуске, да? Волосы, наверное, тоже уже не просто так цвет поменяли, уже организм просто кричит. Пытается всеми методами уже показать, что все, голова сходит с ума. Знаете, я даже не знаю, что вам сегодня посоветовать. О, не знаю, потрогайте снег, успокойтесь. Пусть он вас немножечко охладит, приведет в чувство. Вот, сделайте из него снежок. Вот так вот, киньте его. Только это могу посоветовать. Грёма, иди сюда. Грёма сожрал снежок. В общем, раз нас ждет такой хороший праздничный период, наверное, вот только в таком случае можно чуточку какого-то посмотреть ужаса в интернете. Гремя, тебе есть что сказать? Ты верно говоришь. Записывайте все его слова, так обязательно и будет. Попа, пиписка, какашка. Попа, пиписка, какашка. Попа, пиписка, какашка. Семейный контент самый безобидный, говорили они. Вот потом дети посмотрят это видео, прибегут к родителям и будут спрашивать, что такое попа-пписка. Вот что вы будете отвечать? Ну, кстати, да, если вы там ели, я очень настоятельно рекомендую поставить этот процесс на паузу. Потому что туалетные темы у взрослых в лайке явно самая любимая. Можно пройти? Нет, нельзя. Так, ну слово попа-пписка-какашка мы уже выучили. Теперь вот у нас слова посложнее пошли. П – собака нос, Ж – собака па, пук. Вот вам три главных героя в этом видео. Угадайте, кто из них злодей. Я пройду? Да, проходите. У нас с фейс-контролем что-то явно поработать надо. Я бы таким охранникам не доверяла. В каком-то мире П-собака-нос внезапно может стать пуком. Я не понимаю, ведь что-то у взрослых, вот туалетная тема явно какая-то прям больная. Дети что ли только так теперь учатся отличать каки от пуки? Иначе найти другого объяснения, почему это было снято, я не могу. Но меня больше всего порадовало, что, видимо, шутка им настолько зашла, что они решили теперь каждый день перезаливать ее в ленту. Наверное, слишком актуальная проблема. Либо вот темы туалета много никогда не бывает. Ура, ребят, я могу вас только поздравить, потому что тему туалета это мы с вами сегодня прошли полностью. Или не совсем. Ну вот тебе же показали, как это использовать. Нет, мы в рот все тянем. Ну что это такое? Ну вот как маленький, ей-богу. Вот я ж тебе, если покажу, вот это то, что открывать надо и в ухо пихать, тоже что ли потом скушаешь? Ну вообще, вот у меня вопрос. Что это? Это лайфхаки? Это способы веселого времяпрепровождения? Может, у них пылесос сломался и пришлось языком все с пола вытирать? Сюжет 10 из 10. Но над развязкой я бы еще чуть-чуть так поработала, конечно. Но у кого все предельно понятно, так у этого мужчины. Батя проснулся рано в выходной. Все понятно. И чего он там делает? Опа, а я не знала, что время чей-то батя. Ты куда? И убежал сразу, да. Посмеялся, кто-то его в раковине рассмешил. Сосед, что ли, с другой стороны? Куда же без этого? Я за хлебом! И убежал. Батя ушел за хлебом навсегда в трусах. Не знаю, может там хлеб по скидке дают, если в трусах приходишь. Ну такой вот, знаете, ребят, добрый, безобидный бумерский юмор. И что он тут еще показывает? Как я складываю свои трусы? Расскажи нам. А как ее? А, и тут ты спрашиваешь у нас, как это делать. Ну, конечно, выглядит как кусочек пряжи, так и хочется взять так, на спицах намотать. Связать парочку рядов. Когда жена взяла пиво без разрешения и поперхнулась. Ну, помоги ей!
А, вот так помогать надо, да, когда вот кто-то поперхнулся пивом? Надо выпить за здоровье. Когда все-таки решился сделать жене кони. Делаю! Ты ручку нормально делай, ты ее зачем наклоняешь? Я ее не наклоняю, никак! А, ладно, ребят, нет, все-таки как-то еще помог. Вот на такие случаи, дорогая, все, держи бокал пива рядом с кроватью, понимаешь? Все, поперхнется за его здоровье, все. Знаете, ребят, мне иногда кажется, что я взламываю чьи-то телефоны и нахожу файлы, которые вот никак не должны были попасть в интернет. Вот никто в этом мире не должен был это видеть. Но, к сожалению, это все вот в открытом доступе, это все видят все. Вот особенно дети, вот, которые сидят в этом приложении, вот они, наверное, просто в восторге. Выпьем же за их здоровье. Но не все такое доброе, как мне показалось поначалу. Развлечение в международном аэропорту. А что, чужие разговоры подслушивать, это уже и не развлечение? Знаете, я даже не знаю, какое видео мне нравится больше. Где он смеется над иностранными языками? Или где он пародирует болезни? Мне... Его... Жаль. Ну, исполнишь хохотач, ребят. Ну, КВН. И как у любого уважающего себя блогера, у него есть целая рубрика, ребят, на эту тему. Хохотушки на каждый день. Кут куда? Ребят, надеюсь, вы там вдоволь похохотали, потому что теперь можно чуточку поплакать. А потом мы с ней вместе. Нет, ну, конечно, спасибо за подробности личной жизни. Прохожие были, наверное, в восторге. Вы понимаете, вот этим видео можно по-настоящему пытать людей. Здесь страшно все. И взгляд, и движение языка. И больше всего страшно от того, что это выложили на платформе для детей. Кстати, это очень давний спор между взрослыми и детьми в лайке, вот что кому там можно. Солнышко, ту-тум, ту-туру, ту-туру. Ой. Ой. Ой-ой-ой, ну, солнышко, это, конечно, очень хорошо, но если очень долго смотришь, можно это и обжечься. My biggest problem with лайки, почему я не люблю это приложение, их маркетологи очень сильно любят вводить всех людей в заблуждение. То есть вот родителям они говорят, что приложение для детей, и все безопасно, все хорошо, типа там все фильтруется, и дети могут спокойно там сидеть, смотреть смешариков. А взрослым говорят, что это приложение для всех. И именно поэтому взрослые порой как бы не очень фильтруют то, что они туда выкладывают. Пусть каждый снимает, что хочет, пусть каждый выкладывает, что хочет, но в лайке совершенно нету никакой фильтрации. И вот такие видео попадают в рекомендации детишкам. И не только такие. Я вот у меня тоже в лайке стоит, это 12 лет мне там. Эй, Кась, у меня все нос. Ла-ла-ла. Это очень хорошо, что все найс. Бридж, ты здесь? А что, меня кто-то потерял? Я тут, я все вижу. Я тоже в шоке. Эй, Кац, у меня все найс. Ла-ла-ла. Вот единственное, только что не сходится, что она потом выложила очень грустное видео, где рассказала, что ей срочно нужны деньги, потому что она очень серьезно болеет, у нее больные зубы, и она просит денег у детей. Чуточку позже я нашла комментарий, где говорят, что она мошенница, и оказалось, что провели целое расследование, где выяснилось, что у нее нету никаких болезней, и она просто разводила детей на деньги. Я мама, и у меня четверо детей. Ищу того, кто сможет нас полюбить. Но тут я боюсь, только в дочке матери предложат поиграть. Что тут в комментариях пишут? Девушка, думайте головой, прежде чем снимать такой контент. Тут сидят дети 7 лет. Это приложение для детей, вам это не говорили? Да, нормальные взрослые здесь зарабатывают деньги. Ну а вы что? Это те взрослые, что пели про попа-попыска? Или какие из них? Тетя, тут дети сидят. Дети везде сидят. И что теперь? Надеюсь, ваш аккаунт заблокируют, так как это детское приложение. Нигде не написано, что сюда нельзя снимать людям старше 18. И раз это детское приложение, то почему детям до 18 лет блокируют эфир? Я думаю, своим детям я не разрешу сидеть в интернете. Все, довели. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц.
и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Но не только детей надо готовить к тому, что в этом приложении они могут наткнуться на неприятный контент. Но и взрослых. Засунь в жопу себе свой подарочек. Витя, все, на что ты способен, нищеброд, блин, одну розочку. Ни от нее ни холодно, ни жарко, ни прохладно. Тупица. Ой-ой-ой. Так, что тут за балаган? Ну, может, Вите тоже 11 лет, и ему родители не дают купить ничего больше одной розочки. Не ругайся при детях, я не ругаюсь. Ты хоть один мат услышал? Или я не могу даже тон повысить? Сейчас я себе составлю список, что можно говорить при детях. Так, первое слово. Задница. Тупица. Запомнила, что еще можно? Это у меня еще детей нету, я не разбираюсь. Я вышла из трансляции недавно, час назад. Мне какая-то малолетка обосрала с ног до головы под видео. Какая-то соплячка. Я должна это терпеть, потому что она младше меня. Но она же соплячка. Все, ты берешь и выбрасываешь, выкидываешь. Зачем брать это в рот и пробовать на вкус? Вот и пережевывать, думать об этом и обижаться. Что хочу, то и делаю. Я разное говно терпеть не буду. Я сообщаю. Ну, молодец, да, что вот, ну, обругали ребенка с ног до головы. Пусть он хоть у тебя уму-разуму научится, раз родители так не воспитали. Все, ну, звучит логично. Нечего меня бесить. Иди ты все супер лайкаю. Ой, как быстро перестроилась и сердечки отправляет. Говно выгоняю. Ребята, вот вам сердечко. Говно выгоняем. А, ребят, это словарик. Говно. Так, Галина какая-то самой вас свалила в жопу, тупица необразованная, достала уже. Ты, походу, с дна какого-то вылезла. Залезь в свое дно и не высовывайся. Походу, у нее какие-то личные терки со всеми по имени Галя. Хорошо, что до этого звания мне не хватает всего одной буквы. Ну. Забанила, правильно сделала. Заходит разная дрянь и пишет гадости, и ждет, что мы не будем ругаться, что мы будем вот это читать и улыбаться, сидеть или что. Заблокировать нафиг, я брать ног до головы. Ага, барабашка. Выкидыш какой-то ты, а не барабашка. Перепишись, пожалуйста, на выкидыш. Походу, ты выкидыш у родителей был. Так, хорошо, интересно. Так, при детях можно обзывать выкидышем. Все, короче, все забыли. Поплакали, покакали, позлились. А покакать-то когда успели? Я даже не заметила. За нее. Че, Витя этому перепало бедному. Ну, Витя это тоже говно какое-то написал. Просто я не понимаю, дети сейчас такие, то ли что, бестолковые. Вот она это говорит, а в соседней комнате слышно, как двое ее детей ведут трансляцию в лайке. Я не знаю, что с ними не так, но можно там подойти, тоже спросить, узнать, может, они там разбираются как-то в своих сверстниках. Потом ей еще и написали комментарий. Пока, простушка. Пока, простушка, слушай, бесконечность твоей простоты. Точно, что простушка, а я далеко не простушка. Тебе не по зубам такие, как я, поэтому съеба туда, конченая. Так, ребят, целый словарь вырисовывается. Так, съеба. О, фу, блин. Напугала меня только, когда на твою ау посмотрела. Заснула. Моя дочь в трансляции. Идите к ней, пожалуйста. То есть все, кто ее обзывает, она отправляет к своей дочке на трансляцию? На разборки, что ли? Ну все, видно теперь, кто у них самый главный в семье. Самый добрый. Проведешь ты время со своей мамочкой. Потому что такие, как ты, чучелы, с такими вот ублюдками никто не проводит время даже за копейку. И твоя ава не соответствует ни тебе, ни твоим мозгам. Возле мамки посиди, маменькин сыночек кончен на голову, ублюдок. Ребята, мне бы в детстве такое тетя на эфире сказала, знаете, за глупость, которую я скажу случайно там, не подумав. Ну, у меня там, знаете, инфаркт будет 5 лет. Я это умру от страха. Видимо, после этого случая дети поняли, что она ярче всего реагируют именно на негативный комментарий и решили ее потроллить прямо на прямом эфире. Так, Езу, блин. Алина, что ты сегодня делала в ванне? Сколько ты раз сходила в туалет? По большому или по маленькому? Малой, ты чушь несешь. Я не знаю, что меня удивляет больше. То, что взрослые стримят с какими-то незнакомыми им детьми. Или то, что парень неприкрыто троллит ее на прямом эфире. И она очень серьезно это все воспринимает. Честно говоря, ситуация сюр. Ну ладно, ребят, давайте на какие-нибудь приятные стримы перейдем. Вот, например, на стримы с червями. Боюсь! Все будет хорошо, Полина, я знаю, ты у меня умничка. Ну, у Полины точно будет хорошо, а у этого червя видно... На все, сегодня последний день. Актив, пиар, ждет тебя тут от 60 сердечек. Ну какие волшебные черви, ребят. А где такие найти? Три! Ребята, три! Уже три! Я вас не вижу! Три!
У нее 3 уже 20 секунд. Ну, в моем детстве мы когда в прятки играли, у меня бы такой номер, конечно, не прокатил. Хитрюга. Я знаю, ребят, у вас очень много вопросов, что здесь происходит. Мне тоже минут 15 понадобилось, чтобы влиться в эту тему. Вот это те самые нормальные взрослые, которые зарабатывают в лайки. Только тут уже без сундучков, а с червями и байтом на подарки. 3! Она укусила червя! На секундочку червь чуть не увидел свою смерть. Пишем, пишем! 2! Ой-ой-ой! 2! Ой, ужас, как она постоянно, знаете, нагнетает так вот атмосферу и делает вот так вот, будто бы она сейчас этого червя и правда съест. Я сначала даже поверила. 2! 2! Ой, будто реально только съела. Боже, я не могу на это смотреть, но это одновременно так затягивает, просто как великолепный век какой-то. Не смогла. Не смогла. Боже, он упал. Ой, какие здесь сюжетные повороты. Ребят, надо целое шоу по телеку пускать, где она целый час считает до 5. Мне кажется, все будут смотреть до конца. Нам нужно 7500 зрителей, ребята, делимся. Мы уже целых 3 дня не набираем, мы можем, я знаю. 2! 3 дня не набирают. Значит, все-таки какого-то червя они успели прикончить. Я досидела весь этот стрим до конца, и слава богу, на этом стриме червя мы не прикончили. Там дальше она только просила подписываться на топов, лайкать там их видео и все такое. Но внимание мое она, конечно, привлекла. Я стала ее постоянным зрителем. Ну и оказалось, что в меню ее стрима не только черви, а это еще какие-то там гусеницы бывают. И да, у тех, у кого не очень много видео, мы все равно их пиарим. Где же она всех таких волшебных на актив червей находит, а? Все равно помогаем им раскачать страничку. Не стесняемся, врываемся. Она так кричит каждый раз, вот будто базарный день какой-то. Знаете, ребят, я вот это иногда так посматриваю в эту тарелочку и вижу, как там вот эти гусеницы ворочаются. И мне так не по себе становится, ужас. Страшно подумать, что же сейчас будет. Сколько же подарков придется раздать? Сколько же придется сделать супер лайков? И сколько червяков мы пожертвуем на это мероприятие? Да, я вытираю червей. Вдруг придется хомячить. Не понял. Я думала, весь смысл стрима в том, что мы считаем до 3 и едим червей. В смысле вдруг? Каких-то 5000 и я прям врываюсь и хрям-хрям-хрям. Кто же меня накормит? Вот зрители же бесчеловечные, а? Не дают актив, а тетя за это сидит голодная. Ася, спасибо! И ты здесь! И хрясь! И хрус-бизе! Ой, не-не-не, все, ребята, мои нервы не выдерживают. Нет, ребят, я больше не могу ждать, когда произойдет этот хрям-хрям. Так, Петров, рассказывай доклад. Вы сосались со старшеклассницей на задней парте. Хороший доклад, Петров. Садись, 5, только ты об этом не знаешь. О чем вы? С тобой приятно иметь дело. Кровевать пицца маленький. Тема урока меняется. Чуть на 8 лет не поменяли сейчас. Вот эта музыка в конце, просто чел, вообще разрывная шутка, просто вообще, ну бомба! Шутки про педа мои, вот просто самые любимые. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Я просто очень надеюсь, что вот эта одна шутка стоила того, чтобы нанимать вот эту всю съемочную группу, организовывать целые съемки и приглашать детей актеров в этом поучаствовать, только чтобы про старшеклассницу пошутить. Я правда надеюсь, что оно того стоило. Ну, конечно, бомба просто, ну вообще просто бомба. Все, молодец. После этого можешь не шутить больше. Вместо мозгов у тебя в башке какашки. Не дыши, не пукай, алгебру пиши. Ну, когда пукаешь, дышать правда, не хочется. Ведь 12 ночи на часах уже, а не то ты двойку схватишь от души. Смайл! Смайл! Будто хочет фоточку лица нашего сделать после просмотра увиденного. Не знаю, правда, как она узнала, что у меня в голове какашки, но алгебра им не поможет. Состояние примерно такое. Боже, понимаю. Может, если я буду это упражнение делать каждый день, у меня какашки из головы выйдут? Привет, апельсин. Пока, апельсин. Блин, она даже апельсин не познакомила ни с кем из членов семьи. Что-то грустная какая-то история. Ну так и умер, знаю, какой этот мир жестокий. Так, а тут у нас какой-то гимн. Кто обосрался, скажите,
Тогда почему здесь алкоголь? Даже во время еды туалетные темы поднимают, ты посмотри. Скибиди па па па, скибиди па па па, скибиди па 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 па. Пора подышать. Минутка тишины. Скибиди па па па. Что ты хочешь? Сиську твою пососать. Ты же большой мальчик уже. Я же маленький. Нет, я к такому не готова. Если дети в себя в лайки очень плохо ведут, на этот случай у нас есть... Ты как со старшими разговариваешь? Сынок! Упал, отжался! Хорошо, все. Вот так упасть могу сейчас. Все, готово. Подойдет? Дядечка очень серьезный. Он весь лайки держит в страхе. Соня, 5G, быстро отжалась. Все, ребята, если кто-то себя плохо ведет в лайки, его отправляют на переобучение к дяде Димону. Наткнетесь на его стрим, это означает, что у вас тайм-аут. Пора переобучаться. 8А, завтра вас ждет Инесса. Ой, страшно. Что за Инесса? 7 минут осталось, 7 минут. Ладно, так, наверное, посидим. Хватит им отжиматься уже. Фух, хоть последние 7 минут дал передохнуть. Слава богу, спасибо. А можно к дяде Диме и взрослых отправить? Не с 5А, а вот это с 1-го литейного завода. Мне кажется, сегодня хватит взрослых в лайке. Почему-то они для меня даже страшнее, чем дети. Я надеюсь, вы там не очень травмированы. Расскажите, как ваше самочувствие? Как ваше сердце? Легкие нервы? Все в порядке? Все хорошо, да? Если все плохо, я за ваше здоровье выпила, если что. Не переживайте. Я буду очень благодарна, если вы поможете мне и моей психике это пережить и поставите лайк на это видео. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, если что, на канал. Всем чмок!